Самые лучшие в этой сезоне. Вот и основной принцип. Это лучшие музыканты города Костромы. Универсально играющие во многих стилях. И причем друг друга знаем все из музыкального училища. Давно, еще давно. Джазовый стандарт, в основном мы занимаемся аранжировками, интересными аранжировками известных джазовых вещей, не только джазовых, но и популярных мелодий. В основном вот такое направление было. В зон-центре выступали, когда в Ярославле пришло очень много народу, причем сказали, что редкость, когда столько народу приходит на концерты. Вот именно джазовая программа у нас только на английском языке, но есть и программа, конечно, и с попсовым, и 80-х годов, танцевальная программа. Сегодня только джаз на английском языке. Смотри, 3 нам на 3-4. Смотрите Клатч ТВ.